Квалифицированные, преданные своему делу специалисты работают во всех подразделениях «Алроса». Один из них – бригадир монтажников «Треста Алмазтехмонтаж» Николай Дресвянин. Просчитать, сколько объектов он построил, сложно. С профессионалом встретилась Августа Степанова. Тяга к труду у мирнинцев в крови. Достаточно познакомиться с теми, кто работает на производстве. Бригадир монтажников «Алмазтехмонтажа» Николай Дресвянин трудится здесь 20 лет. Сегодня его бригада готовится к ремонтным работам. Идет конкретно подготовка к летней остановке фабрики. То изготовление зумфов, металлоконструкций, трубопроводов заранее все готовим. Потому что будем стоять целый месяц, работы будет очень много. Поэтому сейчас занимаемся подготовкой к летнему БПРу. Монтажники будут в прямом смысле этого слова жить на фабрике. Запланированная остановка на ремонт – месяц. За это время нужно отремонтировать и заменить тонны металлоконструкций и трубопроводов. Задача не из легких. Ее доверяют только специалистам «Алмазтехмонтажа». Это специалисты высококлассные, имеющие все необходимые допуски, все работы, все на высоте, ответственные все работы. Это, естественно, специалисты высшего уровня. Сотрудники «Треста» понимают, что выполняют заказ особой важности, и от их работы зависит безопасность всего производства. Уверены, со всеми задачами справятся, ведь руководит Николай Дресвянин. Мы работаем как одна команда, на него всегда можно положиться, его знания, его грамотность и, я хотел бы отметить, его порядочность. Мало таких людей, которые имеют такие характеристики, как он. Фанатом своего дела Дресвянин был все 30 лет работы. Ее не оставит даже после выхода на заслуженный отдых. Тем более, что у него есть еще и планы по рационализаторской деятельности. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».